Всем здравствуйте! Сегодня пробный ролик. Не стал отключать оборудование. Говорю чуть погромче. Ну, посмотреть хочу, как улавливает камера. Ну и вы напишите свои комментарии, какой звук, как видно. Ну, видно немного будет темновато, на меня свет мало попадает, но в будущем это все исправимо, все будет нормально. Ну и покажу сегодня вам петушочков, покажу малечков в олиферах, пицили. Очень хороший рост показали они, быстро очень растут. Ну и посмотрим на вуалевых анцитрусов, ну это так, для релаксации будет. Ну и хотел бы вас попросить задавать мне вопросы. Я вот уже часть выписываю, из каждого ролика задают вопросы, на которые такие, не сразу я могу дать ответы, такие долгие ответы, на которые нужно давать. Я их выписываю и в будущем буду на них отвечать. Для чего мне это нужно? Ну, я уже об этом говорил, я в дальнейшем планирую проводить прямые эфиры, и чтобы вот тренироваться, меньше ляпов, ошибок допускать в прямом эфире, то для этого нужен хотя бы небольшой опыт. Поэтому, отвечая на вопросы, вот так сидя перед камерой, я уже буду знать, куда смотреть, как свет на меня светит, какой звук. То есть уже будет более интересно вам смотреть. Ну и я буду понимать, что вы меня четко слышите, что меня видно. Я думаю, так будет интереснее. Ну, уже прям вот горю желанием проводить вот такие прямые эфиры. Огромная вам благодарность заранее за то, что вы зададите мне вопросы, еще раз повторюсь, на любые темы я буду на них отвечать. Ну а сейчас перейдем к просмотру, посмотрим на петушочков пицили и посмотрим на вуалевых анцитрусов. Вот такие вот красивые петушки, ну особенно самец. Посмотрите, какой он красавчик, и бордовый, и черная такая окантовочка. Я к нему подсадил самочку, такую светленькую, и он ее уже зазывает нереститься. И гнездо тоже строил, но сейчас чуть похолодало. Здесь вот в аквариуме у них примерно где-то 23 градуса, то есть хотя бы 26 было, я думаю, они бы отнерестились. Ну, здесь вот еще с ними живут анцитрусы, подросточки, и здесь этот аквариум протекает немного. Сейчас он уже не протекает, я водички слил наполовину, то есть его нужно будет чинить. То есть в будущем я буду его ремонтировать и тоже вам покажу, как я это делаю. И сейчас мы перейдем к просмотру пицилий и валиферок. Посмотрите, как они подросли. Ну, здесь еще и гупешечки есть, здесь есть еще и меченосы, в общем, такой яролашек. Ну, вот беленькие, это вот пицильки и валиферки. Ну, рост они хороший показали, и меченосов догнали, и гупешек догнали. То есть они здесь были самые маленькие. Ну, вот посмотрите, какие у них пузяки, они так наелись, очень обильно их кормлю, кормлю постоянно, то есть у них корм, и артемия постоянно, и трубочник резанный у них, ну и сухие корма всевозможные тоже им кидаю. Хочу вырастить этих малечков и получать от них потомство. Ну, то, что не съели эти малечки, здесь, конечно же, есть улиточки, и улитки все за ними подъедают. То есть улиточки такие профессионалы в этом деле, ну, помощники, молодцы, посмотрите, подъедают все. Тут трубочник вот резанный остался, и они сразу сюда все налетели, собрались. И ампулярии есть здесь, и катушечки, и будут все это подъедать. И перейдем к анцитрусам. Я им кинул спирулину, то есть замочил ее и им кинул, и они теперь за нее здесь устраивают такие побоища, то есть у них целые такие баталии. Я вот комментировать не буду, хочу сделать как бы такой небольшой эксперимент, чтобы вы просто послушали музыку и посмотрели, понаблюдали за анцитрусами. Огромная вам благодарность за то, что вы смотрите мой канал.